12, 13. Сюда сохраняемся. Так, вот это... Вот это вот падло можно загасить. А чё так? Я... Отлично. Так, что у тебя есть? Патрон для дробовика. Ну ладно. Хоть что-то. Охренеть их здесь, ты смотри. А чё у меня так медленно-то? Матрицу включил. Окей. Да ёпти, мать. Я, конечно, зря сейчас цветок утрачу. Очень зря, мне кажется. Надо было дробаш бы выбрать. Так, окей, дай-ка я дробаю сейчас. Так, а здесь не пройти. Бляха, не прикинь, прикинь, не прикинь. А здесь я пройти смогу? Да в смысле? А, да что такое? Почему он так медленно, короче, начинает бежать перед зомби? Там я не смогу пробежать, потому что там... Я зря сюда бегу. Просто жесть. Да в смысле? Игра вообще так трешует жестко. Я не смогу, наверное, убежать, потому что здесь бляха. А, нет, смотри, я смогу, наверное, убежать. Хотя фиг знает. Сюда иди. Да в смысле? И смотри, вечно подмога, вечно по три штуки. Такая дичь, просто дичь. Ну, умирай. Где еще? Просто жестко, жестко. И когда, короче, они начинают эти зомбари, короче, бежать на тебя, что-то начинается все так притормаживаться. Так, погоди. Да! Я нажал назад! В смысле? Я не пробегу. Да. Жесть. Просто жесть. Она еще и траванула. Я прикинь, у меня ничего не осталось. Ни патронов, ни хрена. Еще и траванула, падла. И здесь я не пройду. А нет, смотри, огня нет. Ну, хоть не траванул. Да в смысле? Откуда ты здесь взялась, падла, собака? Я не знаю, как я не знаю, как я буду сражаться, короче, с этим, с боссом, потому что надо по-любому еще с боссом сражаться. Выходи, выходи, да. Да ладно! Погоди, у кого-то что-то есть. Вот у этого, что ли?
Ты прикинь ему. Да ты прикинь. Вот у этого. Ну ладно, хилка. Да уйди ты! Да просто ни в какие рамки не лезь. Я куда бегу-то вообще? А, ну нет, я правильно. Теперь мне сейчас выйти на... Да, все, отлично. Мне сейчас вниз. Как раз вот здесь, где стоит зеленый. Бегом, бегом, отлично. Вот зеленых и получается бежать, а вот остальных. Так, а теперь надо прямо. А-а-а! Ты смотри, что творится, а? Ты ля смотри. Обижать их не получится, ты стопудово. Прикинь, в знобаря, короче, надо... Боже. В знобаря надо по три, короче, выстрела, ты прикинь? С этого, с гранатомета. С гранатомета три выстрела в зомби. Да ладно! В смысле? Тут сейчас опять арава будет стоять, наверное, по-любому. Ёпти мать, а! Стоит, смотри, красавец! Стоит! Ублюдок! Усиками своими, усиками. И он травит, короче, прикинь. Все, 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 я не знаю, как его бить. Жесть. Так, тихо, 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 тихо. Нет. Да все перепутал, бляха. У меня пять выстрелов, короче. Внезапно монстр выпрыгнул из темноты и схватил Люси, швырнул ее в море. Не могу поверить, Леон, здесь, я за ней. Леон остался ждать Берри. Вместе они вытащили Люси на палубу. Тише, малышка, теперь все позади. Дыши глубже. О боже, снова. Позади Берри и Люси стояла еще одна Люси. В чем дело? Люси, это я. Нет, это я, Люси. Вы обе не с места. Она врет. Люси, я, Берри. Вот, смотри. Люси оцарапала руку ножом, кровь была красной. Отличная идея, Люси. Глазам не верю, она превращается в монстра. Фу, бля. Вот это замутил. Все. Я не знаю, как с ним бороться. Все, капец. Как с этим бороться? Как это проходить, я не знаю. Понятно. Бла-б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 ла. Окей. Патрона ему мало.
патроны ему мало. Да все. Смысл? Надо как-то переигрывать, наверное. Потому что это. Ну это дичь. Как это проходить? Так, я сэкономил, короче, немного патронов, пробежался по новой, там. Загрузился, короче, пробежался по новой. Вот, и. Сэкономил немного, короче, базуку и гранатомет немного сэкономил. Но почему он, смотри, он начинает целиться, короче, этот еще не подошел к нему, он начинает целиться. И как бы. Я как столько промазал, короче. Да бляха! Все. Жесть. А, есть еще винтовка. Просто на грани. Жесть. Бежим, пока еще есть шанс, скорее. Берри, Леон и Люси наконец спустились на подлодку. Похоже, Старлайт идет ко дну. Они смотрели, как Старлайт тихо уходит в холодную пучину. Вот, Атлантик. Кажется, мы сделали это. Ага, Люси, похоже, мы плывем домой. О, Берри, как много это для меня значит. Рука, царапина, не исчезает. Да, и в ушах больше не звенит. Это значит, я нормальный. Я нормально... Нормальной, утратив дар. Ребята, я свяжусь со штабом. Штаб, это Леон, задание выполнено. Держим путь к дому. В смысле, смотри. Да ладно, в смысле? И конец. Ты видал? Кровь, короче, у Леона была зеленая кровь. В смысле? Прикол. Все, да, получилось? Thank you for play. У Леона зеленая кровь, короче, Леон заражен или что, или это не Леон, короче, что-то. Если игра имеет, короче, как вот, ну, связь с сюжетом, да, с основной серией, то значит, получается, Леон, заражен в нем, что ли, это? Что-то я нифига не понял. Ладно. Ваши догадки пишите в комментариях. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. С вами был Валерий. Всем пока.